Итак, Михаил Жванецкий. Спасибо, спасибо, спасибо. Меня пригласили разбавить немножко эту концентрацию. Но я там стою за кулисами, прямо зуб на зуб не попадает. Значит, а телевидение, такая сценка у меня есть. Девушка и дедушка. Девушка, дедушка, вот вы пишете хорошо, но сделайте, папаша, последнюю попытку в юморе. Дайте дедук солнечной светлости. Позитива, дедусь, добавьте. И разверните нам финал. Дед, чего? Девушка, это телевидение, это не для умных, дед. Это для всех. Сынок, во-первых, купите себе слуховой аппарат. Во-вторых, финал нам разверните. Или разбавьте, или размажьте. Мысль разбавьте, дедуля. Не успевает простота за вами. Простата? Дед, без слухового аппарата на телевидении не ходи. Вот ты знаешь, что такое простата, а я знаю, что такое простота. Для рейтинга в лоб надо. Дома будешь намекать бабке своей, а с экрана репризой вдых. Дедуся, талант у тебя есть, а вдых не можешь. На усмешку работаешь, прошлый век. Ты хохот еще слышишь без аппарата? Ну, а вызвать можешь? Ну, смотря чем. Это с экрана, там всем, чем попало. Миллионы там. Хватает и придурков, и умные есть. А для рейтинга умных мало. Все нужны. Поэтому из-за таких, как ты, хохот приходится давать в записи. Одалживай в цирке, в зоопарке. А талант у тебя есть, дед. И у меня вон маманя хохочет, когда тебя слушает. Но мать это мать. А мы работаем на всех. Мать не мать, а пусть реагирует, иначе меня выгонят. Ну что-то ж должно остаться у людей. Ты что, про деньги, что ли, дед? Рано тебе о деньгах. Рано ты о деньгах заговорил. Дашь рейтинг, получишь. И поменьше намеков, дед. Расшатывать намеками мы тебе не дадим. Ты посмотри на себя. Носки разные, а намекаешь. Один намек и тебя нет, это телевидение. Мы вверх работаем, дедуля. Ну как тебе сказать, чтоб ты понял? Мы вызываем эхо. Сказали и ждем. Приходит эхо, уже исправленное и дополненное. Так ты, дочка, эхолот? Дед, мною с тобой говорит канал. Понял, старый хрыч? Еще раз пошутишь, вылетишь вместе с талантом, намеком, в разных ботинках и в одном носке. Каналов много, а эхо у нас одно. Дед, ну дай хоть ручку пожать. Сейчас заканчиваю, спокойно. Строгая публика. Ну ладно, я могу. Давайте я что-нибудь другое. Что мне ближе? Пацаны, спокойно. Ширвинду 80 лет. Вот приветствие. Мне эта цифра знакома. Что значит возраст? Время уже не деньги. Так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта и частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты не можешь уже чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье. Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю. Маленькая, наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водку окружало что-то красивое. Теплоход, река.
Братья, оказывается, просто вам нужно медленнее читать. Как это приятно! Ну, это же в моих руках, пожалуйста. Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водку окружало что-то красивое. Теплоход, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода – это баня. Или раздевались женщины и лилось вино – это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. До свидания. Все, пока.